Злата, Тайсон, Ариэль. А вместе квартет артистов водного шоу «Байкальских нерп» приветствует жителей Чебоксар. Первый передвижной нерпинарий наконец-то добрался до столицы Чувашии. Его герои приготовили зрителям настоящее шоу. Эти ластоногие артисты не только поют, но и танцуют. Начали они с вальса. Продолжили шоу зажигательной ламбадой. Я была на разных выступлениях, но это мне понравилось больше всего. Каждый артист этого шоу особенный. Например, вот этот крепыш Тайсон самый сильный, а изящная Ариэль очень активная. Зрителю трудно отличить нерп друг от друга, но тренер узнает их с первого взгляда. Это Крош. Наш парень, посмотрите на него. Видите, у него такие гусарские закрученные усы, они называются вибрисы. Этими вибрисами они чувствуют рыбу в воде. За питанием нерп следят с особой тщательностью. Все только самое свежее. Хамса, салака, горбуша. Каждый из артистов съедают по 4-5 килограмм рыбы в день. На шоу юным зрителям провели небольшой мастер-класс по дрессировке. Нерп невозможно заставить что-то делать, поэтому трюки они выполняют только если сами захотят. А вот и главный секрет. Они очень любят лакомства, так что за вкусную рыбку могут и нарисовать картину, например. Это называется методикой положительного подкрепления. А сейчас смертельный номер. Тайсон исполняет прыжок дельфина. За такой прыжок одним лакомством не отделаешься. И кто бы мог подумать, что нерпы тоже могут целоваться. Я их вижу первый раз. Я очень много о них узнал. Мне понравились их мордочки. Я бы тоже хотел открыть свой театр нерфов на воде. Организаторы шоу дают возможность посмотреть выступление нерп и тем детям, которые просто не могут позволить себе приобрести билет. Это один из таких благотворительных концертов. Мы в каждом городе проводим такие мероприятия для реабилитационных центров, для интернатов, детских домов. Выделяем определенное количество билетов, чтобы те дети, которые без родителей, без попечителей остались, чтобы они могли посетить наше шоу. Дети реабилитационного центра с удовольствием посмотрели такое представление. Здесь были и красочные рисунки, выполнялись и танцы, и песни. И дети вообще здесь были в восторге. Мы бы, конечно, не смогли сами вывести детей. Я очень рад, что сюда пришел. Вы еще не посетили нерпинарий? Не расстраивайтесь, у вас еще есть такая возможность. Познакомиться лично с этими артистами жители Чувашии могут до 26 августа на нижней парковке торгового центра «Мегамолл». Шоу идет со среды по воскресенье включительно.